комната. Да, очень страшно, но очень трудно. Два чувства борются. Да, да. Страшно и круто. Страшно круто. Да. Я уже два дня наблюдаю Степашку, который все время ходит как акула и вечно голодный. Делает вид. Ну да. О, вот они, оказывается, тигры. Да, да, да. С той стороны их не видно. Да. Пойдем. По одной. По одной. Давайте. Угу. Я его зауважала. Да, да, он серый кардинал. А вот это кто еще? Где? Девочка? Да. Мама Чоли. Это мама Чоли? Да. Вот интересно, она кажется на видео более какой рыхлой. Клава, ты в кадре, встань. Клава, же я прикинулась. Мне больше всего понравился один комментарий. Клава, ты дура. Клава! Клава, попала какашкой в тебя. А это кто? Персей, помощник фей. Так что я вот Алекса и Персея не могу отличить. Вон сзади Алекс. Алекс, да? Он более черный все-таки у него грязь. Все очень натурально, да. Все в кадре, все вот. Этот речит, эти просто это самое. Вот так, хорошо. Девочка прячется. Поближе к малышу, чтобы заступился. Ну, малыш действительно оказался. Малыш. Заступиться. Не рычи. Ну, персик, скандальный. Тот-то еще. Ага. Следующий. Скажи, глаза бы мы не видели, да, персик? Меняемся. Давайте. Как вас зовут? Тамара. Тамара. Да, а сзади люди радуются. Вот там они думают, не белые куртки. Наш человек. Да, вот так, да. И посмотрите в камеру, Вот. Знала, зачем ехала. Вот, а теперь погладь его аккуратненько, ловик, вот так. Кто там возмущается? Скажи, кто как не Персей? И сразу видно, наш человек, Тамара, в белой куртке, в траву, легко. Что-то там нашептывает, в любви объясняется, видно. Да, он все время ее сует во всякие неприятности. Да, все сняла. Сто раз. Есть, Тамарочка, да. Так, а вас как зовут? Ира. Ирина. А вы начнем с вами верхом. Да. Знали, куда ехали? Я знала, куда ехали. Массаж, гриву для малыша. Вау, сделай. Animal Kingdom. Куда? Нет, скажи, Animal упал. Что это такое? Малыш, всего-то одна Ирина. Да. Все хорошо, все хорошо. Мне не нравится, что... Все хорошо. А клюпает не та, которая там лежит? Нет, то Клава. А, то Клава, а клюпа здесь нет. Потому что, ну, они, конечно, все-таки вот когда вблизи, они не очень... Узнаваем? Они отличаются. Лица, да. Вообще, они могут быть все на одно лицо. Оказывается, стерву очень хорошо узнаваемо. Но она такая зайка, она вчера тут травку так ела. Нет, она замечательная львица, и многие люди не понимают, что это просто спектакль. Да. Ей нравится рычать, она знает, что Олег Алексеевич будет провоцировать. Я смотрела вот ваше видео, когда она подошла. Оставьте стерву, не дразните ее. Олег Алексеевич делает то, что нравится львам. Если бы эта львица не хотела, чтобы ее повернули так, она бы ни в жизнь не дала. То мы бы скорее здесь все повернулись, чем она. Ой,
сейчас шуганут. Будешь рычать, да? Тень падает. Не рычи, а? Скажи, я для антуража. Пока Стелла спит. У Ирины, мне кажется, сейчас вся жизнь промелькнула. Без Олега Алексеевича нет. Так, еще, пожалуйста, Тамарочка, хотите здесь? Давайте. Да, обязательно. Спасибо. Это кто? Это где? Клава. Клава? Потому и Клава. Ухо влево, ухо вправо. Потому она и Клава. Ну, персей очень такой натуральный. Если сейчас какашкой прилетит, оп, прилетела. Он туристов пугай вот так. Давайте. Он сегодня с Леоном задирался. Вредный. Это специально из Рязани к нам? Ради Тайгана? То есть вот ради всего Крыма нет. Только ради Тайгана на перекладных. А действительно так. Это очень многие люди говорят, если бы не Тайган, говорит, то и не поехали бы. Это такой магнит в Крыму, очень сильный. Такой релакс. Такая мурда. Тебя звала подруга. Огромный, огромный магнит под названием Тайган. Да? Сюда тянет и тянет. Вот отсюда едет. Проходите сюда, не бойтесь. Малыш такой глазом. Та-да-дам. Вообще не видно. Ближе, ближе, ближе. Вот сюда, за Клеопатру подходите. Вот. Смотрите, как нравится ей. Ей нравится. Апельсин не очень. Оп. Иди, иди. Что ты здесь забыла? Обходи. Обходи, давай. Давай, это вид. Леопатра, давай. Мы пришли к тебе. Садись, я расскажу. Садись, вот так. Вот так, хорошо, я вот ушел. Тень не бросала. Угу. Что такое скандальное? Yep. Группа поддержки Стелы. Длинный пляж. Все валяются. Валяются. Как будто их на фабрике упаковали. И только персей. Алекс там спинку греет. Малыш ножками подергивает. Давайте, девушка Тамара, тоже с Леопатрой на память. Вот с Клёпой как раз, вы знаете, мне очень хотелось. Я, по-моему, с ней сфотографировалась. Да? Нет? Нет, Клёпа спала. С какой стороны? Вот. Ой, давайте. О, третья легла, мне надо. Я
она все-таки старенькая. Да, да, да. Персей такой, так скажи, ни минуты покоя. Девчонки как втроем легли, ага. Пошел четвертым. Вдруг перепадет что-то. О, вот то свезло, так свезло. Оба. Коснулся. Персей, ты ничего не прогадал, понимаешь? Тамара, у меня есть мысль, пойдемте. Сняли вас. Смотрите. Оп, все в тонус. Тамара, стойте, стойте. Камера, где она? Вот она. И малыш переворачивается. Ой, малыш. Девчонки, снимайте. Подождите. Не трогайте никого. А, это камера. Да? Вот. И хвостик. Второй хвостик. Вот, вот, вот. Вот, да-да-да. Один хвостик ушел. Нам куда? Берите, смелее. Берите, берите, берите. Все вот эти делают. Мало. Бабахи. Проснулся. Это сзади вас дышит. Так, девочки, кто с кем хочет с малышом лежа селфи сделать, кто что придумает. А вот давайте, да. Вот здесь с малышом рядом ложитесь и будем так, делать ноги селфи. Туда. Ничего, ничего, нормально, я рядышком. Ложитесь. Угу. Нет, вы полностью ложитесь на локоточки, да. Вот, теперь голова ваша пошла ближе к нему, еще ближе. И рука вытягивается сюда, вот так, да. Вот так делаются селфи. Давай, давай, малыш, малыш. Там клиент справа. Клёпа, ты куда? В тень пошла? Кстати, Саша, молодец. Да. Ай, молодец. Все. Охранник. Скажи, в тень пошла. Поднять вас? Совсем? Нет. Совсем нет. Есть. Кто желает еще селфи с ним? Или с Леопатрой? Да, пожалуйста, ложись. Ой, так еще. Приложу. Такой весь на нее, весь на изжоре. Оба. Лапу сверху, мой малыш. Ага. Как у вас дела? Подальше руки попробуйте, попробуйте. Вот. И, конечно, зрители. Настоящий львиный пляж. Что там? Да что это такое, а? Вот так. Львицы воду стоят, да? А вот, а воду так, а с белым львом пойдемте вот в топ.